Всем привет! Продолжаем ходить по моему городу, Санкт-Петербургу. В выходные выбрался на улицу Верейскую. Вот что пишет сайт City Walls про дом 12 по улице Верейской. Доходный дом, архитекторы Поликарпов, год постройки 1882 год. 1884 капитальный ремонт. В этом доме жили 1895-1909 гражданский инженер Максимов, 1889-1891 Мережковский и Гиппиус. Это первая квартира в Санкт-Петербурге после свадьбы. Дмитрий Сергеевич Мережковский, русский писатель, поэт, литературный критик, переводчик, историк, религиозный философ, общественный деятель и поэтесса Зинаида Гиппиус. Здесь жил 1904-1912 гражданский инженер Никитин. Данных очень мало, но все то, что есть, это же тоже интересно. Вот что я нашел по улице Верейской, дом 12. Такие данные на сайте City Walls. Пока-пока, до свидания.